Всем добрый день. Хочу сделать видеоотчет после практических 3 месяцев работы с Давидом. За все это время можно отметить, что ребенок сильно повзрослел. Он стал более осознанный, стал слушаться. Вот, из навыков у нас кое-что новое. Он стал здороваться с людьми, когда к нему подходят наши знакомые, говорят: «Дима, привет!» Дима поднимает глаза, смотрит, кому-то улыбается, кому-то просто может посмотреть. Ну, он действительно начал реагировать на людей. Вот, из навыков Дима стал здороваться. Я, допустим, говорю: «Дима, поздоровайся», и он начинает махать. Вот, и так же самое и прощаться тоже, когда прощаемся, Дима пока-пока, он тоже машет, прощается, и вот так вот, такие есть изменения. Вот. Ну и в целом по поведению сложно, конечно, описать, но действительно он стал более осознанным. Вот. Еще у нас стало лучше с питанием. Он сам садится, держит ложку, кушает. Вот. Немного стал лучше кушать, прибавил в весе. Вот. С речью по-прежнему пока у нас нету никаких изменений, вот, но то, что есть сейчас, поведение, с ребенком можно уже куда-то поехать по каким-то своим мелким делам, сходить на почту, в магазине стало намного легче, потому что уже можно договориться, да, он понимает, что нужно подождать. Он понимает, что какие-то продукты уже нельзя брать, вот, что можно взять что-то другое. Ну, то есть появился какой-то компромисс. В этом плане стало намного легче. Вот. Ну, пока что все. Спасибо большое Давиду. Будем работать. Всем удачи и терпения.